вы на канале Фанни и Йокшерский Терье. И в своем видео я покажу распаковку посылок с ветеринарной аптеки Животное 24. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался, и ставьте нам лайки. Так как я решила Фанни собрать полностью ветеринарную аптечку, у нас довольно много сейчас будет заказов с разных ветеринарных аптек Литвы. На этот раз нам заказ пошел из ветеринарной аптеки Гивунас 24, или как по-русски будет называться, Животные 24. В Литве очень часто к магазину или аптеке добавляется цифра 24. Не знаю, почему так. У нас есть такой магазин для животных, который называется Пет 24, или как в этот раз мы заказывали Животные 24. Очень странно. Посылка пришла к нам в четырех коробках, несмотря на то, что она шла с одной аптеки. В таком виде я получала посылки только с Алиэкспресса. В Литве обычно посылка приходит в одной коробке. А почему в этот раз так разложили, не знаю. Пришла она в одно время. Иногда бывает, что товары довозят, поэтому приходит в разных коробках. Но все пришло, привез один курьер. Непонятно. Возможно, они шли с нескольких складов Литвы. Ну что ж, а мы приступаем к распаковке, и я покажу, что заказала для Фани. Я уже все посылки раскрыла, и буду показывать, что же нам пришло. Больше всего меня интересует белая посылка, с нее и начнем. Это нам пришел спрей от клещей от фирмы Fortline. Несмотря на то, что я Фаню прокапываю каждый месяц каплями Advantex, которые я считаю очень эффективными, я решила купить этот спрей как дополнительную защиту. Дело в том, что в первый год мы с Фаней гуляли только во дворе. Фаня была после травмы и операции, она болела, и длительные прогулки она просто не выдерживала. Сейчас же я хочу ходить с Фаней в парк. А то, что клещ может укусить в парке, намного больше вероятность, чем во дворе. А как вы знаете, клещи очень опасны для мелких собак, таких как Йорки. Такой способ я подсмотрела на одном канале у блогера. Он этим спреем брызгает одежду, чтобы удвоить защиту. Я решила тоже попробовать, хотя до сих пор нас не кусал ни один клещ. Но я этого очень боюсь. Поэтому использую все средства, чтобы защитить свою собаку. Этот спрей не в большой емкости. Его будет очень удобно брать на прогулки и в поездке. Хотя за поездку, скорее всего, вы полностью его не используете. И, скорее всего, будет лучше перелить в небольшую емкость. Годен он до 12 месяца 2022 года. Так что у нас пей почти на 2 года. Но я думаю, мы его быстрее используем. Это к нам пришел крем от мозолей для собак и котиков. Мозоли также бывают у животных. Крем-мазь упакован вот в такой вот тюбик. К нему прилагается инструкция на литовском языке. Инструкция в виде наклейки. Годен он до 21 -го года, седьмого месяца. В этой коробочке очень много пленки. Это спрей. Хлоргексидина. вот в таком вот тюбике чтобы обрабатывать раны годен он до двадцать первого года 11 месяца фаня у меня никогда не ранила лапы чтобы надо было обрабатывать но я думаю лучше дома иметь такие средства И вот осталась у нас последняя коробочка. Это пришли наши консервы Соло. Я в этот раз заказала с другой ветеринарной аптеки, так как консервы Фаня стало плохо есть. Мне пока что не нужно заказывать всю упаковку из 16 штук, так как еще с прошлого заказа осталось 12. Фанни сейчас очень стал нравиться сухой корм, который мы купили в Каунасе. Вот такие у нас были небольшие покупочки в ветеринарной аптеки. Подписывайтесь на наш канал, тот кто еще не подписался. Ставьте нам лайки. А мы вас, Фанни, очень любим и ждем в следующем видео.